Напомним, о применении физической силы к детям в реабилитационном центре «Радуга» заявила директор благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова. В социальных сетях она написала, что один из подопечных ее фонда на приеме у психолога рассказал о жестоком обращении со стороны старших ребят и воспитателей Бузулукского центра. 20 февраля в региональном следкоме сообщили о возбуждении 2 уголовных дел по статьям «Халатность» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию детей». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на тщательную проверку доводов Межовой Анны Андреевны, а также на проверку соблюдения прав и законных интересов остальных несовершеннолетних, находящихся в центре. С учетом собранных доказательств, действиям сотрудников центра будет дана объективная юридическая оценка. Следственный комитет направил письмо в региональное правительство с предложением перевести детей в другие социальные учреждения Оренбургской области на время расследования уголовного дела. Во время следствия будут оцениваться действия всех сотрудников центра «Радуга». Юлия Тюшевская, городской телеканал ЮТВ.